я в парк. Друзья и свежий воздух – это замечательно, но в меру. Мы с папой тоже хотим тебя видеть. Подумай над этим, прежде чем снова соберешься пропадать до ночи. Пошла ты нахуй, старая дура! Я уже взрослая, мне уже 12 лет, могу делать все, что хочу. Вот, например, эй, ты, стой, девчонка, давай займемся лесбийской любовью назло моим родителям, хочу доказать, что я не как все. Не хочешь? Ну ладно, тогда я найду другого какого-нибудь. Слышь, лысый хрен, я отсосу тебя за 2 грамма марихуаны. И тогда мои родители наконец поймут, что я уже выросла из-под их опеки. Но они все равно должны давать мне 300 рублей в день, чтобы я тусовалась.